Дискорд говорит, что я стримлю веселый стрим. Феликс, ты обещал песню. Че, прям сейчас, что ли? Ну, давай посмотрим. Нет, Уильям Уилсон, благовоние, свеча сфотографировать. Вот сейчас давай. Ну, давай, мы снимаем. Не, ребят, давайте в дом там пойдем посмотрим. Ну все, засмущали Феликса. Свет. Далеких планет нас не манит по ночам. Подбодрить пытаешься. Да, он может нам только сниться. Я буду за тобой ходить. Зачем? Мы встретим рассвет опять в неоновых лучах. И завтра все повторится. Я этих слов не помню. Ну, здрасте! Это дискотека авария, между прочим. Феликс сейчас приступ словит. Да все, все, я от него отстал. Феликс, чат тебя защищает. Где термометр? А, вот термометр. А, это чайник. Когда ты немножко подслеповат. Ой! Это Ghost Event? Нет. Но я не услышала песню от Феликса. Я хотела песню. Черт подери. Да, втроем. Все из-за тебя, Феликс. Только. Все из-за тебя. Нуля. Феликс, я буду являться тебе во снах. Феликс, я еще жду песню. Феликс, где моя песня? Я в тебя буду кидаться кружкой. Так. Быстро пой песню. Хихикают они там. Посмотри на них. А где мой чайник? А где мой чайник? Чайник мы украли, посмотри. Вот люди, а. Нельзя свой чайник оставить ни на секунду. Что-что тут? С ногами в проводах. Я прослушала опять песню. Весь мир похож на черное пятно. В темноте. Мне такое чувство, что продиктовано. Очертания тают в темноте. А может и нет. Я целую чьи-то губы, но подозреваю, что не те. Может, нет, нет, он все еще здесь. Он длиннее. Хорошо было. Неплохо, неплохо. Песня была. Но мне вообще Феликс обещал Меладзе. Душ. Кто хочет душ? А, вот мой чайник. Я чайник просто потеряла. Комната обкурена. Феликс, можно песню да. спеть, пока ждем? Я сюда проверю? Нет. Феликс, песня. Давай. Пожалуйста. Это мой, это мой, захватили, отдай. Ты. Отдай, это мой чайник. Так это не... Отдай, всё. Отдай, отдай. А пути. Ну что за люди, вот последний чайник отбирают. Иди сюда, они здесь. У них мой чайник. Чё ты ходишь тут, мясник? Мясник. Товарищ мясник. Сто... Да, 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 все правильно идешь. Только Аниту не трогай. Леша, отдай чайник. Медленно положи чайник на землю. Чайник отдай. Дай сюда. Так, что делать будем? Мой чайник. Чайник на превьюшку. Ну вот и все. Вот таким вот пирожочеством заканчивается наш стрим. Я, кстати, Лёша, это не в твой огород, это я так случайно, это типа француз, понял? Случайно получилось. Или нет?